Добрый вечер. Мне просто очень хотелось поговорить сегодня о серьезных вещах, о очень серьезных вещах, на которые порой многие люди не обращают внимания. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы сегодня было побольше молодежи, потому что речь сегодня пойдет в целом о добрачных отношениях. О добрачных отношениях. Добрачные отношения – такой период, который охватывает жизнь человека от рождения до заключения брака. Я рада, что сегодня есть люди, которые были в тот раз, пришли, вижу уже те лица, которые запомнились по той встрече. Конечно, мне было бы хотелось, чтобы побольше приходило людей из раза в раз, потому что таким образом я могла бы не повторяться, а побольше говорить новых вещей. Но если я вижу, есть новые лица, придется некоторые вещи повторять. А пока я хочу уточнить, я буду говорить не только о пробных браках, я не буду говорить не только о мотивах вступления в любви, об этом тоже, обязательно. Я постараюсь поговорить еще о ошибках, о тех ошибках, которые совершают молодые люди, да и зрелые люди, до того момента, пока они не встретят свою вторую половину, пока они не решат создать свою семью. Серия наших встреч называется «Тепло домашнего очага». И очень хочется, чтобы домашний очаг, он был очень теплый, очень уютный. Но от того, насколько он будет теплый, насколько он будет уютный, очень много зависит от того, как мы прожили до создания, до заключения брака. И вот тут есть ошибки. Какие? Самые распространенные ошибки, которые я знаю вот по своему окружению, в свое время по студентам своим. Это как бы два полюса. Первый полюс – очень распространенная ошибка. Когда молодые люди, у них начинается жизнь, у них очень много энергии, очень много сил. Вот мы недавно проводили опрос среди старшеклассников и задавали им такой вопрос. Среди вопросов анкетов был такой вопрос. Можете ли вы назвать себя счастливым человеком? И очень многие отвечали «да, конечно» или «естественно, да». У них такая установка «да, конечно». Я счастливый человек. Естественно, да. Если задать такой вопрос людям предпенсионного возраста или пенсионного, вот это вот «естественно, да» уже услышишь очень редко. Так вот, у них очень много энергии еще, очень много сил. Такое ощущение, что вся жизнь впереди, сил много, здоровья много, здоровья много. Вся жизнь, вот она, перед тобой. И вот здесь, когда очень много сил, но когда очень мало жизненного опыта, бывает, что человека заносит. Заносит и становится так больно, что потом приходится эти ошибки исправлять всю жизнь. Так вот, первая, самая распространенная ошибка в добрачных отношениях – это установка, что надо жить весело. Просто надо жить весело. Что мучиться-то в жизни? Давайте будем жить так, чтобы всем было весело. И нам весело, и всем вокруг весело. Вот таких людей, их всегда можно увидеть. В толпе они очень выделяются. И я хотела бы обратить внимание на то, что у нас наша современная мода, она всячески старается у молодежи вот дать эту установку на то, чтобы жить весело, особо ни о чем не задумываться, чтобы жизнь как фейерверк. Так вот, есть разные стили оформления своей внешности. Я сейчас просто хочу поговорить немножко о молодежной моде и для тех родителей, которые здесь есть, чтобы они смогли объяснить, может быть, и для той молодежи, которая сюда пришла. Мода вообще, мода, она это форма стандартизованного поведения. Стандартизованного, когда человек подгоняется под стандарт. Мода имеет разные совершенно задачи, несколько задач. Одно из направлений, одна из функций моды, задач моды, это как бы такая психологическая разрядка. Но мода – это всегда способ привлечения к себе внимания.
Я буду говорить об очень жестких вещах сейчас, я просто считаю, необходимо о них поговорить. Я буду говорить о тех исследованиях, которые нам говорили, когда обучалась в Москве, когда приезжали из Соединенных Штатов, и просто рассказывали эти наработки. В частности, вот о чем я сейчас собираюсь сказать, это рассказывал американский психолог Джеймс О'Нил, который занимается, вот, в частности, психологической агрессией. Исследованием, он и его лаборатория. Так вот, современная мода, на которую так старается равняться современная молодежь. Что в ней есть такого опасного? Что в ней есть такого скрытого, неприятного? Какая ловушка здесь есть, замаскированная? Мода – это всегда способ привлечения к себе внимания. Есть девушки, особенно это рассчитано сейчас на современных девушек, которые стараются одеваться супермодно. И таким образом они как бы говорят себе, ну вот, я теперь современная, я теперь на уровне. Я как из картинки, как с обложки журнала. И она не всегда понимает, почему, когда она выходит на улицу, почему с ней начинают происходить всякие неприятности, какие-то такие события, с которыми она не хотела бы, события, которые не хотела, чтобы с ней происходили. Дело в том, что есть несколько способов оформления своей внешности. Один из способов – это так называемый тип женщины – женщина-вампир. Женщина-вампир – так называется этот стиль. Что это такое? Это тогда, когда девочка начинает, ну вот особенно это заметно в подростковом возрасте, у нее существует такая установка. Только та женщина может считаться настоящей женщиной, когда мужчина посмотрел на нее и потрясенный буквально упал к ее ногам. Вот если вы вспомните фильм «Девчата», там главная героиня, она говорит, что вот надо быть такой, что вот, мужчина только на тебя посмотрел, и штабелями падают к твоим ногам, а ты просто перешагиваешь через них и идешь дальше. Вот в психологии этот тип оформления себя называется тип женщины-вампир. Почему вампир? А потому что как вампир отсосал кровь человека, и тут обессиленный упал, так и она подсознательно хочет производить такое же впечатление, чтобы посмотрели на нее и просто упали, обессиленные. Вся современная мода практически на это и направлено. Практически. То есть она старается вот такую вампиршу, образ такой вампирши и создать. И что происходит? У меня есть подруга, которая оформляла себя классически по этому варианту. Она закончила худграф. У нее прекрасная внешность, у нее прекрасное чувство красоты, такое эстетическое чувство развито. И она вот решила себя оформлять именно так. Что происходило? Когда она выходила в город, потом через некоторое время она возвращалась и говорила, невозможно идти по городу, мужчины – это просто животные. Это просто животные, почему они все время бросаются? Я не хочу с ними знакомиться, почему они бросаются? И всегда начинается какое-то выяснение отношений. Когда я еду сейчас по городу, вот когда выезжаю из монастыря, я смотрю и удивляюсь, сколько ходит таких девочек, девушек и зрелых женщин, оформленных по типу вот этой женщины-вампира. Ходят и совершенно не понимают, что за этим стоит. Вот давайте я вам объясню, что за этим стоит чисто психологически. Мода рассчитана на то, чтобы привлечь к себе внимание. Психология очень четко открыта, что для мужчины очень большое значение имеет внешность женщины. Поэтому женская мода построена на таких вот тонких вещах, как сексуальные ловушки. Вот эти вот полуобнаженные одежды. Глубочайшие разрезы, когда юбка непонятно, есть она или нет. Потому что юбка длинная, а разрез такой, что практически до пояса. Когда такое декольте, что непонятно, есть там одежда или нет. И так далее, и так далее. То есть вот эти вот все вещи, когда помада
настолько яркого цвета, что невозможно не повернуться. Это все зрительные ловушки. Когда макияж такой, что тоже невозможно не повернуться, потому что он как шок, это контраст зрительный. Это все зрительные ловушки. Так вот, в этом случае, естественно, человек поворачивается, обращает внимание, потому что это основано на особенностях нашего восприятия. Девочки такие начинают думать: о, сработано, сработало, значит, так и надо. Посмотрите, я настоящая женщина, мимо меня нельзя спокойно пройти, буквально все поворачиваются, все, и женщины, и мужчины, значит, вот оно, значит, я иду по правильному пути. Что она не понимает? Она не понимает то, что психологически за этим стоит совершенно другой текст. В психологии известно, что у нас есть общение с помощью слов. Но у нас есть еще общение, когда мы даем друг другу информацию не с помощью слов, а с помощью оформления своей внешности, с помощью мимики, пантомимики, как мы сидим, говорим, интонация. Это все относится к общению без помощи слов, к невербальному общению. Так вот, мы на уровне слов можем говорить одну информацию, а на уровне оформления своей внешности без слов давать дополнительную, уточняющую информацию. Так вот, когда женщина, девушка оформляет себя таким образом и выходит в город, выходит на люди, таким образом она говорит о себе совершенно однозначную информацию. Если она вся обвешана сексуальными ловушками, она предлагает себя именно как она предлагает именно сексуальные отношения. Она кричит: у меня проблемы, и я ищу сексуального партнера. Она может об этом даже не понимать. Потому что, когда я еду по городу и смотрю, оформлена вся женщина-вампир, а глаза перепуганные, стеснительные глаза. Она совершенно не понимает, что она сделала. Она сделала в соответствии, как все. Но ведь модно же. Значит, как все. Как все, чтобы быть на уровне международном. Вот как в международном журнале. Вот посмотрела и так же себя срисовала. Что было с моей подругой? Как мы с ней разговаривали? Вот когда она очередной раз пришла и сказала, что невозможно, невозможно выйти в город, что они бросаются. И был опять скандал. Я ее очень хорошо знаю. Я знаю, что у нее был друг, с которым они собирались создавать семью. Она не была настроена на какие-то дополнительные знакомства. Но у нее была вот эта вот привычка оформлять себя, не задумываясь, как с картинки журнала. Представьте, когда она выходила в город, она же сообщала о себе информацию, она шла молча, на самом деле она кричала о себе, она сообщала о себе ту информацию, о которой я вам сказала. Представьте, мужчины считывали это совершенно правильно. Они подходили, они начинали с ней знакомиться. А она в ответ говорила: да я не хочу знакомиться. А начинала отталкиваться от этого знакомства. В результате мужчина говорил, как бы про себя проговаривал: это я ей не пара, это вот ей не пара. И начала на нее нападать. Она начинала от него отталкиваться. И приходила и говорила: слушайте, невозможно, невозможно. И когда я говорила: послушай, ты начни себя, у них все нормально. Ты просто о себе даешь информацию определенного уровня. Ты себя предлагаешь через одежду, через оформление своей внешности. Мало ли что, что сейчас так об этом говорят журналы, они заинтересованы в сбытии своих товаров. Они от этого деньги имеют. Зачем тебе свою душу подставлять? Зачем создавать себе проблемы? Она говорила: я просто не хочу быть серой мышью. И продолжала точно так же. Ну, пока это все не закончилось, все очень тяжело. Так вот, я просто хочу вам сказать. В психологии есть специальный термин. Он называется виктимность. Виктимность – это склонность человека становиться жертвой. Склонность человека становиться жертвой в отношениях. Вот эти вот разработки, первый, кто стал заниматься –
насколько я знаю, вот это вот была группа американских психологов под руководством Джеймса О'Нила. И вот он нам, в частности, говорил о том, что когда стали смотреть, отбирать они людей, тех людей, которые постоянно заявляли и говорили, что ну вот мне в жизни не везет, я никому плохого не делаю, но что они на меня все нападают? Вот отбирали таких специальных, таких людей отбирали и отдельно исследовали, чем же они отличаются от других людей. И оказалось, отличаются. Оказывается, что одна из причин, там разные могут быть группы, но одна из групп виктимных людей – это те люди, которые на уровне слов говорят одно, а на уровне оформления своей внешности говорят совершенно другое. То есть они выводят на другие отношения. Они себя, попросту говоря, сексуально предлагают. Так я повторяю, наша мода, современная мода, она штампует виктимных людей. То есть тех людей, у которых должны быть проблемы, которые должны друг с другом столкнуться. Потому что их понимают неправильно. Это я говорю специально для девочек-вампиров и для женщин-вампиров, которые так себя оформляют. Вот. Я просто хочу сказать, что здесь надо понять, поймать ту самую золотую середину. Понять, что за этим стоит. Красиво – это не значит вульгарно. Кстати сказать, опять-таки, когда мы вот обучались в Москве, мне очень запомнилось, как один из иностранцев, он сказал так. Он сказал, что когда гуляешь по Москве, особенно по центральным улицам, то удивляешься, сколько в России красивых женщин, но сколько из них одета, простите, как проститутки. Это просто информация, девочки, женщины, для вас. Так вот, жить весело. Жить весело, ни о чем не задумываться. Жить можно весело, но потом бывают слезы. Жить весело и не задумываться. Об этом, на это настраивают и современная реклама. Очень часто. Я не знаю, сейчас идет вот эта вот реклама или нет, но тогда, когда я еще не ушла в монастырь, постоянно по телевизору прогоняли вот этот вот ролик, когда, насколько я помню, вот эта вот женщина едет на велосипеде, потом там что-то происходит, останавливается машина, она садится в машину, сама садится за руль, велосипед наверху, и она куда-то едет в машине с незнакомыми мужчинами, если вы помните этот ролик. Вот этот вот ролик – это установка на виктимность. Это настолько, вот знаете, мы, если это часто этот ролик прокручивать, он очень легко снимает, раскрепощает так называемое женское мышление. Чего ты задумываешься? Да какая разница? А вдруг это принц? А вдруг тебе повезет? Да вообще какая разница, мужчина или женщина в машине? Проголосовал, сел и поехал. А дальше я вам хочу сказать современные исследования. Когда стали изучать психологи, причины изнасилования. Одна из причин, оказывается, не всегда, но очень часто, что женщина ведет себя провокационно, сама при этом не задумываясь. То есть, либо она в такой одежде, о которой я говорила, гуляет поздно вечером одна, либо, как вот эта вот дама, останавливает машину, садится и уезжает, либо другие варианты. То есть она сама очень легко входит в эту ситуацию. Девочки и женщины, для вас, в первую очередь хочу сказать, для вас, когда говорят о том, что вот мужчины, они такие, они сякие, да вот они, вот ну просто невозможно, порой вот как животные. Я просто хочу сказать вам, у психологов есть такая вот, ну, просто это как убеждение. Мужчина с женщиной ведет себя так, как она позволяет себя вести,
как она позволяет себя с собой вести. Один и тот же мужчина с разной женщиной, с разными женщинами ведет себя совершенно по-другому. Совершенно по-другому. Вот эта вот ситуация, которую я сказала, я вам просто могу объяснить еще на похожей ситуации. Вот когда я смотрела по телевизору эту рекламку с велосипедом, буквально через несколько дней выхожу в город, тогда еще была в Миру, и вижу такую сцену. Остановка автобусная, дожидаются все автобуса, а в сторонке немножко отошли две девушки и останавливают машины. Одеты вот так вот, предельно виктимно, предельно. Останавливают машины. Одна приехала, вторая, потом останавливаются два парня с такими игривыми лицами. Останавливаются, открывают двери, им говорят так, машут ручкой, садитесь. Они переглянулись друг с другом, хихикнули, пожали плечами, смотрят выжидающе. Они ему глядят и говорят, вы что, нас боитесь? Девочки говорят, а чего мы вас боимся? Не боимся. Хихик, сели в машину и поехали. И вся автобусная остановка. Что здесь произошло? Здесь два виктимных человека встретили двух виктимных людей. Два сапога пара. Если пойти по этой логике, я вам психологическую сторону объясняю. Если вспомнить, что мужчина, женщина ведет себя так, как она позволяет себя вести, и здесь эти две дамы молодые, они оценили себя ни во что, ни во что. Понимаете, даже ни ломаной копейки нет. Ты что, боишься? Нет, никаких проблем. Вот такая вот, раскрепощенная. Что ее беречь? Что ее завоевывать? Она сама залазит в машину. Какая у нее, какое тут самолюбие, какое тут достоинство? Она сама себя предлагает. Понимает она это или нет? Насмотрелась реклама? Ну, насмотрелась. Ну, твое-то самолюбие есть. Ну, воспитание у тебя есть, наверное. Ты же должна о чем-то задумываться. А не только вот жить весело. Что здесь происходит? Самое начало, она говорит, я себя ни во что не ставлю. Ни во что. В ответ, если посмотреть этих парней, они тоже абсолютно виктимны. То есть, если сейчас здесь может произойти все, что угодно, потом эти девочки могут плакать и говорить, да что мы? Они сами себя уже преподнесли. Это, я повторяю, это не словесный уровень, это не вербальный уровень. Мы все равно друг другу сообщаем информацию. Как можно с ней вести? Они, эти парни, что в отношении них можно сказать? Они ничуть не лучше. Потому что если они так легко на улице подсаживают вот таких вот девиц, которые абсолютно без тормозов, в этом случае кто кого переиграет? Может, это вообще какие-то аферистки? Если они так легко выйдут на отношения интимные, кто кого там перезаразит чем? Если так все просто, если жить не задумываясь, главное жить весело. Так вот, удивительное дело, но когда после таких вот сцен, и потом приходит женщина, да не то что девочки, женщины были случаи, женщина, мать, ребенка или двоих детей, я не помню. И когда она пришла и говорит, ну и что, ну мы же просто подсели, нас же просто подвозили, ну и что там один был подвыпивший. Ну смотришь и становится просто страшно, девушки, женщины, ну они же не до такой же степени отключать свои мозги. Ну я понимаю быть на уровне, но не обязательно же быть на международном уровне, который просто вырубает нашу нацию. Это же сделано специально, ну просто задумайтесь, это серьезно. Это не безобидно. Так вот, весело сначала, а потом большие слезы. Другая установка. Есть тоже очень распространенная у молодежи, это взять от жизни все. И вот когда начинаешь разговаривать с ними и говоришь, ну что значит взять от жизни все? Ну как ты вот это вот понимаешь? И вот когда говорят, и потом все равно упирается это в то, что все равно брать от жизни все, это предполагает еще и частую смену сексуальных партнеров. И когда говоришь, а зачем тебе это нужно? Каких только вариантов не наслушалась. Вплоть до того, что начинают говорить.
а мне просто нужно найти своего человека. Одна студентка заявила вообще так, что мне нужно найти мужчину своего сексуального типа. Ну, в общем, кто что насмотрелся, кто что начитался. Каких только вариантов действительно я не слушала и у мужчин, у парней-студентов, и у девушек-студенток. Вот я вам хочу объяснить. Есть такой специальный термин, он называется промискуитет. Промискуитет – это частая смена сексуальных партнеров. Это не проституция. Проституция – это уже профессия, за это берут деньги. А промискуитет – это то же самое, но деньги за это не берут. Человек просто живет для себя, как он говорит. Я просто стараюсь взять от жизни все. Старается взять, не понимая, как он очень быстро превращается в мусорку. В мусорку. Он не лучше отбирает, он просто сам подставляется в эти отношения. Одна девушка, я просто хочу сказать, вот те, кто настроен на такие отношения, одна девушка мне, студентка, заявила такие вещи, когда я стала с ними разговаривать, и она с такой болью в глазах, она мне просто прокричала, она говорит, послушайте, сейчас это невозможно, сейчас все так живут, сейчас если девушка не начинает жить с парнем, к ней относятся как к ненормальной, она мне говорит. Дальше она еще просто сказала, что какая кличка в этом случае у них приклеивается. Я просто не буду повторять, потому что она очень такая яркая. Вот. И когда я посмотрела, взглянула ей в глаза, я смотрю, она кричит, но она кричит от боли, потому что у нее в глазах все равно надежда, что ну докажите мне, что это не так, ну докажите мне, что есть еще другие отношения, что есть еще другие люди. Но с другой стороны, сейчас она держится за это убеждение. Так вот, для женщин, для девушек, для матерей в данном случае, что я хочу сказать в этом случае, как я объясняла, как мы разговаривали с этой девушкой, с этой группой, потому что они все были убеждены в этом. Дело в том, что когда опрашивали мужчин о идеальной жене, то выяснилось, что ни один мужчина не хочет, что у него была жена, которая жила и с тем, и с тем, и с тем, и с другим, которая переходила от одного к другому. То есть в жены таких стараются не брать. Они нужны для наработки, как вот сказала эта девушка, сексуального опыта. Их, попросту говоря, используют. Когда мы проводили анкеты, одна девушка, подросток, она очень четко, она так эту фразу, девочка, подросток еще, и она проговорила, когда мы дали один из вопросов, как вы относитесь, допускаете ли себя возможность добрачных отношений с другим полом. И она сказала так, что с парня это как с гуся вода, а использованная девушка, кому она нужна? Использованная девушка. Так вот, здесь есть еще одна особенность. Почему в нашей культуре особо трепетное отношение к чистоте до сих пор, несмотря на лавину вот этой вот черной провокационной пропаганды растления через средства массовой информации, несмотря на это, в нашей культуре еще сохраняются требования к тому, чтобы материнство, оно было чистым, чтобы семья это была чистой. Так вот, в нашей культуре, если мужчина живет до брака, все равно это отношение своеобразное. Если посмотреть, как реагирует на это матери, как реагируют другие, попросту говоря. Но в отношении мужчины есть такая фраза «перебесится».
женится, перебесится. Слово очень точное. Перебесится, потому что он сейчас бесится. А слово «бес». А если взять девушек, про них не говорят «перебесится». Они уже, к ним отношение уже такое специфическое. Если посмотреть, оно обычно с горькой ухмылкой. С горькой ухмылкой. Использованное. Потому что, я повторяю, в жены, если знает, что она жила с этим другом, а тут еще было с тем другом, а возможно еще с соседом, а возможно еще. Даже в самом начале, если отношения, стараются на это не обращать внимания, говорят, да ты знаешь, для меня это не имеет значения. С годами к этому возвращаются. Возвращаются. Почему это происходит? А потому что как бы старались это не замусолить, девушка, женщина, это в будущем, это мать, это материнство. Материнство, предназначение женщины, как бы это ни старались скрыть. А материнство – это очень светлое, это очень чистое понятие, явление. Ребенок, который рождается от этой женщины, он должен родиться здоровым. Здоровым во всех отношениях. Когда девушка начинает жить с одним мужчиной, с другим, с третьим, ведь это же бесследно не происходит. На всех уровнях. Если брать уровень на уровне привязанности, на уровне любви, вот есть такое сравнение, я однажды прочитала, мне кажется, оно очень наглядное. Как скотч. Вот посмотрите скотч. Его приклеишь один раз, он очень крепко приклеился, его даже отодрать трудно. Это же скотч второй раз приклеишь, он же легче отдирается. Третий, четвертый, пятый, а потом и стараешься его приклеить, а он практически не приклеивается. Уже привязанность практически не вырабатывается, потому что возникает вот это вот отупение. И возникает привычка, а, ну не этот, так другой. Все равно. Все равно. И все равно здесь включается сравнение, скрывает она это или не скрывает. Память же есть, она же не отключается. Значит, сравнение все равно будет включаться. Это один уровень. Если взять на уровне организма, я читала исследования, которые говорят о том, что женский организм, вот так вот уже устроено, женский организм подстраивается под мужской, даже на уровне микрофлоры. Начали жить, организм подстраивается. Разбежались, перестроился. Начинаешь жить с другим, под него подстраивается. И так, и в конце концов начинаются сбои, начинаются заболевания. Родовые пути, они просто становятся загаженными. Загаженными. А если еще аборты, убийства, то потом какой может ребенок родиться, когда организм матери, он уже весь, это уже превращается в мусорный бачок. В мусорный бачок. Сейчас говорят о том, что у нас, то сколько мало рождается здоровых детей, откуда им взяться? Если парни, мужчины гуляют налево-направо, какое у нас количество сейчас мужского бесплодия, это же жутко. Ведь для мужчин же это бесследно не проходит. Бесплодие. У девушек, если посмотреть, у женщин. И потом удивляются, ну почему? Ну почему? Раньше рожали по 15 детей, а сейчас одного еле-еле и больного. Я вам повторяю, это спланировано. Это спланировано. Это идеология. Вы можете под нее подставляться, а можете не подставляться. Вы можете быть счастливым, но для этого надо подумать головой. Надо подумать, а не скользить по поверхности. И не жить с установкой весело и брать от жизни все. Потому что если таким образом подстраиваться, то весело не получится. Смеяться будет другой. Другой, кто это спланировал. Так вот, если настраиваться на семью, да, причем я повторяю, эта девушка мне говорила так, да, парни, ведь они же что говорят? А здесь есть такая особенность. Когда начинаются сексуальные отношения,
девушка, женщина, становится более зависимой от мужчины, так устроена от природы. Сказано, стали двое плоть едина. Непроизвольно. Сколько раз прибегали девушки, потом плакали и говорили: вы знаете, у нас только началось, он оставил и ушел. А я просто сейчас не могу без него жить. Проблема? Проблема. Ну а зачем же нужно было себя оценивать ни во что? Зачем же свое отношение, в конце концов, зачем предавать свою будущую семью и своих детей? Зачем так легко подставляться под все отношения? Это не умно совсем. Совсем. Так вот, я однажды выступала, один священник, к сожалению, я не запомнила, как его зовут. И он сказал удивительную вещь, может быть, для вас она известна, но я впервые это услышала. Он сказал так, что тот человек, который до заключения брака часто меняет того, другого, третьего, он предает того, с кем Богом определено жить им семейной жизнью. Он предает, он ему изменяет. Не случайно у нас такое есть слово даже на Руси – суженый. Суждено с ним или с ней быть от Бога. Суждено, суженный. Так вот, кому суждено выйти замуж, это будет, это произойдет. Зачем же его предавать с одним, со вторым, с третьим? Зачем воровать друг у друга и разрушать другие судьбы? То есть над этим я просто предлагаю вам подумать. И вот здесь я хочу сказать еще о пробных браках. Пробные браки – это когда живут, не регистрируясь. И говорят так, а зачем нам регистрировать отношения, если мы любим друг друга, если у нас и так все хорошо. А некоторые говорят так, а мы просто хотим узнать, насколько мы подходим друг другу. Если мы подходим друг другу, то мы распишемся. А если мы не подходим, так что расписываться-то? И при этом они говорят так, ну мы же на равных, мы в равных условиях находимся. Мы оба приняли решение, и юноша, и девушка, или мужчина, и женщина. Мы просто поживем, а потом, может, распишемся, а может, разбежимся. Сейчас я скажу чисто психологическую сторону, а потом духовную этих отношений. Вот если брать чисто психологическую сторону этих отношений, никакого равенства, даже если начинает жить с общего согласия, никакого равенства в этих отношениях нет изначально. Никакого. Никакого. Окончательное решение в этом случае ожидается от мужчины. Он делает предложение. И он говорит, когда они могут расписаться. Женщина в этом случае старается завоевать его решение. Его симпатию, его расположение. Что здесь происходит? Какая логика? Они начинают жить вместе. Но когда, чем дольше они живут, тем больше начинается так называемое привыкание к друг другу, потому что монотонность, однообразие семейной жизни. В следующий раз, если все будет, как мы планируем, у нас будет встреча, когда мы будем говорить о кризисах семейной жизни, о стадиях развития семьи, о тех периодах, когда очень высокий риск, когда семья должна перейти на следующую ступеньку, и когда бывает, что семья не выдерживается, она разводится. Так вот, таких ступенек, таких кризисных периодов развития семьи несколько, это будет в следующий раз. Так вот, первый кризисный период, когда они притираются друг к другу, там есть очень много всяких особенностей. Так вот, своеобразие этого периода такое, что монотонность, однообразие. Одно и то же, одно и то же, одно и то же. Изо дня в день одно и то же. Если до заключения брака всегда были, встречались в прекрасном расположении духа, такие веселые все, а здесь видят друг друга каждый день, и в хорошем настроении, и в плохом. И всяких. И просто, попросту говоря, есть разные особенности, есть разные закономерности этого периода. Так вот, все это происходит и сейчас. Начинается привыкание, начинается монотонность. Но здесь еще происходит такое, что женщина дожидается, когда же он скажет, что давай распишемся.
А он не говорит. Его и так все устраивает. Сейчас все идет нормально, обычно. А что, какая необходимость особо перестраиваться, если не на это пошли сознательно? А дальше происходит, что женщина начинает торопиться. Ну почему? Она начинает, буквально, я таких случаев знаю очень много, она начинает стараться изо всех сил, не показывая ему по-женски. Она старается изо всех сил его подтолкнуть к принятию этого решения. Ну посмотри, ну как я прекрасно выгляжу, ну посмотри, какая я хозяйка, ну посмотри, как я готовлю, ну посмотри. То есть он сидит на троне, она вокруг него всячески старается, ну посмотри. А он не торопится. А зачем? И так все устраивает. А зачем? Нет здесь равенства, здесь не на равных. И бывает, что когда женщина, она думает, так, может быть, родить ребенка, и тогда, вот тогда, и сообщает, и говорит о том, что у них будет ребенок. Это так называемый стимулированный брак. Он тоже не подталкивает, потому что настроено, ну просто пожить для себя. Так вот, пробный брак, если брать вот с чисто психологической точки зрения, вы знаете, мне кажется, по большому счету, это нечестно. Если два человека любят друг друга, это нечестно вот так у друг друга, друг к другу относиться с такой, знаете, с калькулятором. Так, это мне подходит, это плюс, это мне не подходит, это минус. Это если на это, то, может быть, совпадет, а может быть и нет. Это, не понимаете, это не любовь. Это нечестно. Это что-то совсем другое. Это относится к делу коммерции, к бухгалтерскому учету, но не к любви. Надо просто заранее сказать друг другу честно. Это не любовь. Если брать духовную точку зрения, это чистейший блуд. Вот все те варианты, которые я вам проговаривала, это блуд. Это страсть, это грех. А когда грех, тогда благодать отходит. И совсем удивительно, ничего удивляться не приходится, что слезы, какие здесь могут быть радости. Истеричный смех может быть. Как сказал один психолог, в таких условиях может быть чувство, как у генерального секретаря, чувство глубокого удовлетворения. Но счастья-то не будет. Это другое. Это духовное состояние. Здесь духовного нет. Здесь есть бег за миражами. О любви мы просто поговорим чуть попозже. Это говорю сейчас пока об ошибках. Это все еще идет. Вот то, что очень распространено, на что сейчас настраивают молодежь. Но есть и другая крайность. Одна крайность – это вот этот вот разгул, такой безудержный, безграничный. А другая крайность – это такой домосед или такая домоседка, что из дома не выгонишь. Сидит в заперти и ни за что, никуда, нет. Вроде бы с таким человеком удобно, потому что, всегда под присмотром вот здесь. Но здесь особенности есть. Вот если в первых случаях установка на блуд, то вот здесь вот бывает такой вариант, как вариант уныния. Элементарно, здесь не сохранение целомудрия, а бывает, я об этом случае хочу поговорить, об унынии. Когда начинаешь разговаривать с такими молодыми людьми, девушками или парнями, они начинают говорить: «Все равно в моей жизни ничего хорошего не будет. Ничего хорошего не будет. Не будет у меня счастливой семьи. Я вообще боюсь создавать семью. И не встречу я своего человека. Да кто меня может влюбиться? Я ж такой лишь, я такая. И вообще в жизни моей ничего хорошего не будет». Почему? А я так чувствую. Уныние. А в психологии это называется так. Самопрогнозирующее пророчество. То есть, когда человек живет с установкой, что у него ничего хорошего не будет, и он ведет себя так, чтобы эта установка оправдалась. Я вам просто расскажу на примере своей ученицы. В свое время, когда я вела уроки по этике, психологии, семейной жизни, это был, наверное, 9 или 8 класс, я так помню эту девочку.
Вот. И однажды она подошла ко мне и делилась своими проблемами. Там очень удивительно в этом возрасте. Удивительно, когда девочки с такими со слезами на глазах начинают говорить: «Мне уже 16 лет, а меня еще никто не любил». И такие слезы на глазах, как будто вот старость уже, вот завтра старость, да, жизнь прожита, ничего хорошего в жизни еще и не видел. То есть у них на самом деле все это очень серьезно, очень серьезно. И вот однажды подошла девушка, 8 или 9 класс, она мне говорит: «Вы знаете, а вот с этой же установкой, что в моей жизни никогда ничего хорошего не будет, никогда». И вот она мне говорит, что она влюбилась в одного парня в классе. Особенности подростковой любви, если у нас будет там особенности детско-родительских отношений, дойдем до подросткового возраста. Подростковая любовь имеет характер эпидемии. То есть там, если влюбился один в классе, весь класс начинает влюбляться. Если влюбился один класс, все параллельно начинают влюбляться. Если вспомните свою школу, это особенность такая подростковой любви. И вот у них все в классе уже перевлюблялись, и вот эта девушка такая унывающая, и вот она тоже влюбилась в одного парня. И она подошла с тем, что говорит, что я его люблю, но он никогда даже, мы даже и общаться там с ним никогда не будет, он никогда ко мне даже не подходит. Вот. И через несколько времени я смотрю на перемене. Удивительная картина. Она стоит, разговаривает, она не видит, что он к ней подходит со спины. И он подходит и начинает что-то ей говорить. Я не слышу, я просто вижу. И вижу, как она разворачивается, видит, что это он. У нее выражение лица меняется, то есть такая игра чувств на лице. И потом она ему говорит очень резко: «Что тебе надо?» Я аж обомлела. Я ее подзываю к себе и говорю: «Ты мне объясни, что сейчас было. Вот сейчас, когда он к тебе подошел». Она говорит: «Я сама не знаю, я так испугалась. Я так испугалась, я от неожиданности». Вот я ему говорю... Она его отсекла сразу же. Что здесь происходит? Девочка стеснительная, но она из своего стеснения самоедством довела уже из золотой середины до уныния. Что здесь произошло? Вот этот вот, это была ситуация классическая, которая называется опережающий удар. Опережающий удар. Вот когда ждет, что все равно будет плохо, все равно будет больно. Как здесь разворачивались события? Парень подошел, она не видела. Она повернулась, увидела: «А, это он! Он подошел ко мне! Он ко мне!» Так все равно же ничего хорошего не будет. Все равно же потом он разочаруется. Все равно же потом придется страдать. «А, так зачем же время тянуть? Сразу, что тебе надо?» Сразу. Это классическое самопрогнозирующее пророчество. Она даже не дает возможности с ней общаться по-другому. Она сразу же выводит на эти отношения. Чем? Унынием своим. Так вот, с такими молодыми людьми приходится говорить совершенно по-другому. У них другая проблема. У них другая проблема. Они не дают возможность своей половине, второй, к себе даже подойти. Так вот, где знакомиться-то тогда молодежи? Где? Вот если посмотреть, как на Руси говорили раньше, говорили так: ищи жену не в хороводе, а в огороде. Не в хороводе, а в огороде. Я знаю одну преподавательницу, так раньше было принято, я знаю одну преподавательницу, которая своему сыну, взрослому сыну, который учился за границей, когда он приехал, она ему сказала: «Ты должен понять, что хорошую жену в ресторане и в дискотеке ты не найдешь, потому что иначе всю жизнь утанцуешься. В ресторане и в дискотеке. Вот это с этой самой установочкой. Взять от жизни все и жить весело. Это не для семейной жизни. Здесь очень высокий риск». Так вот, где познакомился ее сын? Верующий человек, современный. Познакомился в паломнической поездке. Ехали, молились у Ксении Петербургской в часовне, встретились. Вот вам пара, современная пара.
Возможно, возможно. Просто не уходить в истерику. Просите, и дано будет. Ищите, и обрящите. Все очень просто. Если без истерики. Если без истерики. Вот. Теперь, если можно, все-таки отключите мобильники. Теперь, если поговорить о продолжительности добрачных отношений, точнее, предбрачных, в психологии выделяется вот два понятия. Есть добрачные отношения, это от рождения до заключения брака, а есть предбрачные. Предбрачные отношения – это когда вторая половина уже встретилась, когда уже решили, что они будут вместе, когда уже сказали, что «мама, он самый лучший, я всегда хочу быть с ним», или «мама, она самая лучшая, мне другой не надо». Так вот, чисто психологические исследования хочу вам проговорить сначала. Когда психологи изучали, какое время все-таки оптимально для добрачного, предбрачных отношений, то когда свой человек встретился, уже вторая половинка, до заключения брака. И здесь есть два варианта. Один вариант есть, это полтора года плюс-минус полгода. Но вот я здесь все-таки не совсем с этим согласна, потому что полгода обычно это очень мало. Чаще всего психологи говорят о том, что лучше всего от одного года до трех лет до заключения брака. Для чего нужен этот период? Для чего нужен этот период? Он нужен для того, чтобы лучше узнать друг друга. Лучше узнать друг друга. Потому что иначе предбрачные отношения – это период завоевания. Когда все стараются так себя вести, чтобы не потерять этого человека, очень бережно, очень осторожно, стараются быть по максимуму хорошими. Но когда это длится в течение месяца, можно легко сыграть идеального человека. Когда полгода, это уже сложнее, потому что играть так долго утомительно. Когда год, то тут обязательно, видно человека. Мы все, у нас у каждого есть достоинства и недостатки. У всех абсолютно. У всех. Нельзя, не надо. То есть надо просто понимать это. Просто понимать. Может быть, такие вот жесткие вещи вам скажу, но они полезные вещи. В свое время наш преподаватель, который нам читал «Психологию семьи», и он нам сказал, смотрел на нас, какие мы настроены романтически, на все, так идеализированно. И, попросту говоря, готовили психологов, там есть свои особенности, просто обучали так, что нужно некоторые вещи пропустить из себя для того, чтобы людей под ошибки не подставлять. Ну, я не знаю, старалась этого не делать, не знаю, насколько уж это получилось. Так вот, попросту говоря, этот преподаватель нам сказал, запишите крупными буквами в себе в тетради, введите в рамочку. Мы приготовились, и он говорит, брак – это всегда компромисс. А мы так разочарованно смотрим на него, что за ерунду он нам говорит, какой компромисс? А он нам продолжает. Загляните внутрь себя. У вас есть недостатки? Ну, про себя говорю, конечно. И у другого человека точно так же есть недостатки. Мы все люди. Значит, мы можем быть слабыми. Есть люди, которые над собой работают, а есть люди, которые над собой не работают. В любом случае, у каждого из нас есть достоинства и недостатки. Но себе мы это прощаем. Ну как же, мы хорошие. Хорошие. А другому нет. А ты будь идеалом абсолютным. Абсолютным. Это же неверно. Это же эгоизм. Это нечестно. В отношении себя видеть недостатки и прощать. А в отношении другого недостатки не прощать. А только будь одни достоинства. Будь таким, как я хочу. Как я хочу, ты будь. И вот с этой точки зрения я соглашаюсь, что брак всегда компромисс. Но отчасти. Отчасти. Только
Только если человек не любит, да даже если любит, попросту говоря, здесь еще такая тонкость есть. Даша, другой преподаватель, нам задал такой вопрос. Сказали, что отличает мудрого человека от немудрого, от неумного? Какие характеристики мудрого человека? Уж мы там думали-думали, перебирали-перебирали, не смогли ответить, что значит мудрый. А он нам еще говорит, а вы согласны с тем, что бывает молодой человек мудрый, а бывает старый и до мудрости не дожил? Говорим, бывает. Ну думайте, ну чем они отличаются друг от друга? Думали-думали, перебирали. Так вот он нам подсказал, он нам сказал, одна из характеристик мудрого человека – это умение прощать. Это умение прощать, это характеристика мудрого человека. Мы все несовершенны. Себе мы прощаем, а другим не хотим. И он нам сказал так. Мудрый человек, он это понимает. А пока человек этого не поймет, вся жизнь может превратиться в сплошное выяснение отношений. В сплошное выяснение отношений. Тот не такой, как он хочет. Этот не такой, как он хочет. Тому не хочу простить, себе прощаю. И этому ни за что не прощу, а себе прощу. Так вот надо быть, надо научиться прощать. Надо научиться прощать. Вот. А еще я хочу сказать, что если человек верующий, если человек работает над своей душой, если он воспитан как православный человек, не на уровне соблюдения обрядов, зашел в церковь, свечку поставил, перекрестился и ушел, а на уровне работы над своей душой. Потому что православие – это работа над своей душой, каждодневная, чистка своей души. Так вот, если человек православный, я знаю несколько семей, которые были созданы вопреки психологическим изысканиям с линеечкой. Они были созданы в достаточно короткие сроки. По благословению подошли, то есть они действительно почувствовали, что они подходят друг к другу. И он, и она, православные люди, взяли благословение, венчались, и у них прекрасные семьи. Но повторяю, если человек православный, если у них брак освящен благодатью, если они живут по законам, по заповедям Божьим, в этом случае вот эти психологические расчеты, они все разваливаются. Если неверующие, если безблагодатные, они попадают вот в эти вот психологические расчеты. Вот, теперь какие самые распространенные мотивы вступления в брак? Таких мотивов очень много, я просто скажу о некоторых. Один из мотивов вступления в брак – так называемые браки по легкомыслию. Это тогда, когда молодые люди встречаются с друг другом, и один другому говорит, слушай, а давай распишемся. Они мало друг друга знали. А давай распишемся. А другой говорит, а давай. Он говорит, слушай, я серьезно. А другой говорит, так я серьезно. Он говорит, что, правда, что ли? Правда. Пошли, что ли? Ну, давай, когда? Завтра? Ну, давай, завтра. Брак по легкомыслию. Он практически никогда долго не задерживается. Почему? А потому что, ну, это несерьезно. Семейные отношения – это духовные отношения. Это совершенно другое. Вот эта вот такая игривость в таких серьезных вопросах, она абсолютно не нужна. Вот эти браки по легкомыслию, они очень быстро разваливаются. Другие мотивы вступления в брак, тоже сейчас очень распространенные, это так называемый стимулированный брак. Стимулированный брак – это тогда, когда невеста беременна. Раньше на Руси очень этого стеснялись, очень стеснялись. Почему? А потому что, я повторяю, потому что это доступность. Это доступность. И когда задавали вопрос тем людям, которые
они жили до брака, а потом они стали жить в браке. Их спрашивали, отличается ваше отношение? Вы же жили до брака, а сейчас? Все абсолютно говорят, отличаются. Все говорят, отличаются. Все равно в этом есть доля воровства у самого себя. Недоверие к друг другу. Это все равно каждый это чувствует. Проговаривает он или нет, защищается он сам от себя или нет. Это недоверие. Так вот, если брать стимулированный брак, когда невеста беременная, раньше стеснялись, а сейчас уже начинают моду для беременных невест делать. Уже в журналах появляется свадебный наряд «Беременная невеста на подиуме». Имейте в виду, это просто формируется общественное мнение. Это просто стараются эти отношения сделать привычкой, чтобы чувство совести не глодало. А что, как все, так и я. Так вот, психологи, когда они исследовали стимулированные браки, Что они выяснили? Так вот, когда невеста беременная, вот жили они пробным браком, потом невеста беременная, жили очень хорошо. Просто давайте расскажу на примере своей подруги, чтобы это было как бы вот конкретно. Так вот, моя подруга, она закончила наш магнитогорский худграф и уехала в Челябинск себе. И однажды, когда я к ней приехала, мы пошли на выставку одного молодого художника, очень талантливого ему, в общем, он был уже... У него была своя выставка у нее в городе. И вот когда мы пришли, посмотрели его работы, действительно, работы очень сильные, такие прекрасные, а он был в этом же зале, и можно было подходить с ним, разговаривать, задавать вопросы. И вот эта моя подруга подошла к нему, они стали разговаривать, а я еще посмотрела на них и думаю, надо же, какая могла быть красивая пара, как они хорошо смотрят друг с другом. И главное, они вот с полуслова, они стали, настолько они легко нашли общий язык, и вот один говорит, а другой продолжает, сразу же, такое взаимопонимание, сразу же. Еще посмотрела на них, но ничего говорить не стала ей. А потом, через некоторое время, она позвонила мне и сказала, что они стали встречаться. Потом она мне сказала, что они... Она не была тогда воцерковлена. Потом она сказала, что они стали жить друг с другом. Ну, пока так просто поживем. Вот. А потом наступил такой момент, когда она беременна стала. И вот когда она стала беременна, и тут стало происходить такие вещи, что... дошло до логического конца, и она говорит, что, наверное, надо уже расписаться. А он стал говорить, а зачем? Сейчас это настолько не вовремя. Сейчас у меня такие планы творческие, ты понимаешь, мне сейчас не до этого. Тогда удивились друзья, подруги, стали ему говорить, слушай, что с тобой произошло, мы были о тебе лучшего мнения. Ты что? Ну, слава Богу, им в голову не пришло делать аборт, потому что они прекрасно понимали, что это убийство. Дальше подключились родители, и дальше у них состоялась свадьба. Но вот когда... Я была на свадьбе и смотрела на них. Это была уже другая пара. Она была виноватая, с таким виноватым выражением лица, хоть старалась улыбаться. А он был, это больше напоминало поминки, чем свадьбу, с таким выражением лица, скорбным. А дальше было свадебное путешествие. И потом, когда через некоторое время мы разговаривали с ней, она говорила, что, ну, к сожалению, это было достаточно тяжело. Достаточно тяжело. Что произошло? Вот эта ситуация, кстати, хочу сказать, потом, когда они воцерковились, они сейчас венчались, и у них прекрасный сын. У них сейчас, сейчас, когда они смогли это пережить, когда они воцерковились, у них семья сохранилась, сейчас, слава Богу, у них очень хорошая семья. А тогда, я повторяю, когда человек воцерковляется, здесь уже другие законы действуют. А тогда это был классический вариант. Так вот, когда стимулированный брак, что, то в этом случае мужчина чаще всего чувствует себя пойманным, скрученным. Его заставили жениться, потому что так бы он еще спокойно для себя пожил. Он еще не все в жизни для себя взял. Для себя. Еще не все в жизни взял. И в этом случае такая семейная жизнь начинается с того, что мужчина чувствует себя пойманным.
А женщина очень часто чувствует себя обиженной. Ну и где здесь счастливая семья? Она могла бы быть, если бы подумали до брака, если бы до брака они стали друг друга предавать и обманывать. Следующий мотив вступления в брак – это месть, тоже достаточно распространенная. В каком случае? А когда были вместе, а один предал, он переключился или она переключилась на другого человека? Потому что он так же просто все. Чего так особо задуматься-то в жизни? Переключился на другого человека. И вот другой человек, которого бросили, он таким образом, он старается заключить с другим брак, как бы отомстить. А, вот ты меня не ценил или не ценила? Так вот знай, как меня ценят другие. И в отместку тому или той заключает брак с другим человеком. Вот этот вот брак назло другим, он всегда получается назло себе, назло всем, и себе в том числе, потому что семья – это другое. Двое стали плоть единой. А какое тут двое, когда один обманывает одного и обманывает другого, и себя предает? Сплошная ложь. Следующий мотив – это желание покинуть властную маму. Жесткую семью и властную мать. Когда за первого встречного поперечного девушки выходят, и парни, но с парнями посложнее, там есть тонкости, властная мать, желание покинуть, вырваться от властной матери. Честно сказать, сейчас семей, где мама лидирует, где она жесткая и властная, очень много. Очень много. Все создается, все делается направлено на то, чтобы именно такая женщина была в семье. Так вот, именно от такого жесткого диктата мамы девочки бывают, вылетают за первого встречного поперечного, лишь бы не с ней, лишь бы не с ней, куда угодно, только от этого террора. Что здесь нужно понять? Знаете, как бы это ни было больно, но мама есть мама. Есть Богом установленная иерархия. Дети должны почитать родителей, какими бы они ни были. Сами должны научиться вести себя так, не по-понебратски, а с терпением. Найти общий язык. Это сейчас создается такая установка на равноправие, когда дети и родители, какая разница, кто там, старший, кто младший, мы все равны, вот такая демократия, это дикая демократия, она ненормальная, это вид богоборчества, потому что Богом установлено, что дети должны почитать своих родителей и находить общий язык. Я уже говорила, просто хочу повторить. Дело в том, что мне всегда было очень неловко, когда родители, когда видишь, родители разговаривают с своими маленькими детьми, а маленький ребенок родитель называет по имени. Там Маша, Таня, Оля, там Ваня. И родители умиляются. Смотрите, как он меня называет. Там не папа, а Саша. Не мама, там Оля или Таня. И умиляются. Надо же как. А для меня это всегда дико. Почему? А потому что это ненормально. Если ребенок в детском возрасте, когда и мама, папа для них самые-самые сильные, самые хорошие, самые мудрые, самые добрые, когда у них очень чистое такое отношение, правильное отношение к родителям, когда в этом возрасте они уже такие понебратские отношения устанавливают с позволения родителей, во взрослом возрасте это будет вообще без тормозов. Так вот, для этих девочек хочу сказать, если вы с самыми своими дорогими людьми, с мамами не нашли общий язык, рассчитывать на то, что вы с посторонним человеком найдете общий язык, очень рискованно. Вы себя начните, а потом уже, когда научитесь, уже и в своей семье будет попроще, а не наоборот. Так, есть еще брак по расчету.
давайте, а потом уже брак по любви. Так вот, есть брак по расчету. Сейчас очень стараются людей как бы ориентировать на то, что на деньги. Деньги, вот деньги, они там могут все, там они вот в случае чего, там они тебе помогут. Вот, бери от жизни все. Так вот, брак по расчету. Что говорят исследования? Как часто он бывает счастливым? Тот же самый преподаватель, который читал нам «Психологию семейной жизни», он, я даже помню его выражение лица, когда он нам говорил вот это про брак по расчету. Мы были очень молодые тогда, а он был уже такой мужчина в возрасте, с большим стажем семейной жизни, такой уже сидеющий. И он смотрел на нас и так, улыбаясь, говорил: брак по расчету может быть счастливым, если правильно рассчитать. А дальше, когда он стал объяснять, было понятно, почему он так иронизировал, если правильно рассчитать. А ирония-то вся в том, что тот человек, который рассчитывает на деньги и который не жил семейной жизнью, он совершенно не понимает, что из себя представляет семейная жизнь. И что счастливый брак и деньги, обеспеченность, это вещи, не связанные друг с другом. Семья может быть очень бедная, но она может быть настолько счастлива. И люди могут кататься в деньгах, как сыр в масле, но это такое публичное одиночество, когда два совершенно чужих друг другу человека. И когда деньги не помогают совсем. Не помогают. Вот. Ну, а пример могу такой привести, опять-таки, как одна однокурсница наша, она решила, сказала так, объявила, что хочу остаться в Москве. Я в Москве выйду замуж. Все, я здесь остаюсь. И что произошло? Действительно, она вышла замуж. Она осталась в Москве. Но когда мы с ней разговаривали через некоторое время и стали говорить с ней: ну, как ты? Как там твоя семейная жизнь? Она говорит: Господи, помилуй. Я, говорит, еле держусь. Почему? И она говорит: нет, ты представляешь, каждое утро начинается с того, что он делает зарядку, и каждое утро говорит: нет, все-таки насколько ты должна быть мне благодарной. Живешь в Москве, в таком хорошем районе, а жила на Урале, в этой провинциальной дыре. А теперь москвичка. Я говорю, и так каждое утро. Рассчитала? Рассчитала. Вышла замуж в Москве? Осталась? Осталась. Счастлива? Еле держится. И мотив, до которого мы добрались, это любовь. Любовь. Однажды нам задали такой вопрос, когда мы записывали вот радиопередачу по семейным отношениям. И однажды задали такой вопрос. Вот вы говорите о любви. А каждый под любовью понимает свое. Ведь спроси человека, что такое любовь. И каждый скажет по-своему. И тогда нам задали вопрос: ну так а почему каждый понимает по-своему, что такое любовь? Я стала думать, действительно так. Спрашиваю людей, ну так оно и есть. Каждый понимает свое. Кто что? Кто что? И потом, мне кажется, я для себя поняла некоторые вещи, хочу вот с вами поделиться. Я поняла для себя, как мне кажется, почему столько мнений. Дело в том, что если задуматься, что из себя представляет человек, ведь человек – это такое явление, как бы он в нем трехсоставное. Как бы. В нем есть тело, душа и дух. Тело, душа и дух. И дальше я стала вспоминать, что я читала о людях, которые вот как бы на разных уровнях живут, жизнь свою проводят. И оказалось очень просто.
Есть люди, которые всю жизнь застревают как бы на этом телесном уровне. Этому сейчас всячески способствует реклама. Вот эта установка «бери от жизни все, все бери, живем один раз». Это началось с 17-го года, когда говорили о том, что «да нет бессмертной души, это все сказки». Живем один раз, а потом разлагается все, тело разлагается, все на атомы разваливается, и вообще ничего больше нет. Поэтому хоть сейчас поживи для себя, бери от жизни все. Вот в этом случае человек, который застревает на самой низкой стадии человека, на телесном уровне, под любовью он понимает совершенно примитивные вещи, чисто физиологические потребности. Чисто физиологические потребности. То есть, когда говорит любовь, особенно подростки, с таким цинизмом, некоторые со сладострастием произносят, а вы знаете, что такое любовь? А понимаешь, что он под этим понимает, у него это равнозначно секс и больше ничего. И больше ничего. Дальше там ни на уровень еще не поднялось. Еще не поднялось. Так вот, если человек живет на этом уровне, когда вся жизнь – это просто удовлетворение потребностей. Спать хочется – ну, поспал. Есть хочется – ну, поел. Устал – ну, отдохнул. Сексуальное напряжение – ну, удовлетворил. И вся жизнь на этом уровне. Вся жизнь – животный уровень. Это очень удобный уровень для того, чтобы этим человеком управлять. Это то, о чем говорят масоны, и о чем, что они стараются сделать сейчас из России. Я советую вам почитать протоколы сионских мудрецов. Для себя просто, для раздумья. Они очень часто сейчас печатаются. Чаще всего вот Сергий Нилус, «Близ есть при дверях». Есть Олег Платонов в книге. Есть «Тайное общество 20 века». Да при желании сейчас, кто захочет, тот найдет. Они очень часто печатаются, протоколы сионских мудрецов. Так вот там протоколы, как построить единое государство. Единое государство с антихристом во главе. И как устранить православных и отношение к другим людям, которых в этом не поддерживают. Так вот сейчас очень многие разработки, они сделаны, проплачены именно очень крупными масонскими программами. Так вот я просто хочу вам, просто для раздумья, вы думайте сами, фразу одну привести из протокола сионских мудрецов. У них сказано так, что другие люди, не жидомасоны, это просто гои, это двуногие животные с человеческим лицом, которые имеют человеческий вид только для того, чтобы мы не брезговали пользоваться их услугами. Чтобы мы не брезговали пользоваться их услугами. Им очень удобно сделать из православных людей, из России, двуногий скот, сексуально озабоченный. Все для этого и делается. Кто подставляется, они очень довольны. Кто не подставляется, они начинают думать новые программы. Что можно сделать? От вас зависит. От вас зависит. Будете вы превращаться вот это вот в двуногое животное с человеческим лицом, с человеческой внешностью, или не будете? Другой уровень – это душевный уровень, это уровень выше. Душевный уровень – это тогда, когда люди уже живут по нравственным законам, не на уровне потребления «дай, дай, дай», это не насыщаемость, а на уровне нравственности. В этом случае эти люди – они начинают действительно вокруг себя замечать других людей. Они стараются, чтобы и рядом другим людям было с ним хорошо. Эти люди, они уже стараются как-то дарить тепло. Но часто все равно они соскальзывают. Любовь на этом уровне, она уже другая. Она уже более теплая. Она уже не такая эгоистичная и не такая подобная животным. Но есть еще гораздо более высокий уровень любви. Это духовный уровень. А духовный уровень – это тогда, когда человек, он уже смотрит не только по сторонам,
Он поднимает глаза в небо, он видит. Он начинает смотреть как бы во всей полноте. И он начинает задумываться. Но ведь все это кто-то создал. Ведь есть же первопричина всего этого. Ведь есть. Каждый своей дорогой он приходит к понятию Бога. И тогда любовь становится совершенно другой. Совершенно другой. Есть такой святитель Николай Сербский. Мне очень нравятся его работы. И он сказал так. Он сказал о том, что совсем неудивительно, что каждый человек стремится к любви, потому что наш Творец есть любовь. Мы душой это чувствуем. Наш Творец есть любовь. А еще он сказал так, что мы, люди, именно от божественной любви, от великой божественной любви, как он выразился, зажигаем свои маленькие сырые свечки земной любви, которые трещат, чадят и быстро гаснут. Человеческой любви, которая такая хрупкая. И что делать, чтобы наши вот эти вот земные свечки человеческой любви не гасли? А есть очень просто, есть очень простой ответ. Вот если посмотреть на вот эти вот первые два уровня, когда человек живет на телесно-душевном уровне, когда он еще к Богу не пришел, сначала я для них хочу объяснить. Эта любовь, она бывает очень тяжелая, она бывает очень мучительная, потому что человек, он как бы, он еще не видит первопричины любви, он еще не видит Бога. И он старается как бы поддержать это все, все эти отношения своими силами. Насколько это ему удается? Вот когда психологи проводили исследования, что такое любовь, есть очень интересные исследования. Вот о некоторых хочу вам рассказать. Было открыто такое, что вот как все в жизни имеет свой ритм. Есть вдох и выдох, есть вечер, ночь, день, утро. Есть времена года, то есть вдох и выдох. То же самое, когда стали изучать вот эту вот любовь, любовь-страсть, не духовную любовь, а любовь-страсть. Оказалось, что у любви тоже есть свой ритм. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Когда прилив сил и разочарование, привыкание, потом опять взлет, и опять разочарование, опять подъем. Так вот, оказывается, у каждого человека свой индивидуальный ритм вот этого вдоха и выдоха в любви. Есть люди, у которых постепенный вдох и выдох, опять волна, а есть люди, которые как в лихорадке бьет. Вот, к сожалению, у нас нет доски, вы для себя просто зрительно представьте. Вот если в семейной паре у одного такая крутая волна, а другого одни острые зубцы. Вот где вот эти вот совпадения, сколько раз совпадут точки, где они на подъеме, где они оба любят друг друга? Очень редко. Очень редко. И вот это вот совпадение, чтобы он и она шли в одном ритме в любви, они бывают очень редко. Это я повторяю, это если душевно, телесный уровень. И поэтому бывает разочарование, прибегают и говорят, да есть она настоящая любовь. Она очень часто бывает эгоистичной. Почему? А потому что, ну вот, ну пока так, потому что хочется, ну хоть немножко счастья-то поймать в жизни. Бери от жизни все. Лови момент. Ведь все же так говорят. И вот это вот происходит, что человек судорожно цепляется за другого человека и начинает просто ему надоедать. Ты любишь меня? Да-да или да-нет? Ну скажи, да-да или да-нет? Как в том фильме «Шагая по Москве». А почему у тебя голос такой нерадостный? Не любишь? Здесь как бы иллюзия, отголоски вот той настоящей любви. Если духовная любовь, если человек поднимается до духовного уровня, это совершенно другая семья, абсолютно другая семья. Вот как было нарисовано, что как лучики идут к солнцу. Солнце – это Бог, любовь. И вот как лучики идут к солнцу. Чем больше они приближаются к Богу, к источнику любви, тем они ближе становятся друг к другу. Ближе и ближе и ближе. Не там, как в лихорадке бьет,
а все ближе и ближе и ближе. Это совершенно другое. Вот. И еще тот же самый святитель Николай Сербский, он сказал так, простые слова. Он сказал: другому мы можем дать только то, что уже сами имеем в себе. Что уже сами имеем в себе. Бывает, что человек иссякает, бывает, что он устает. Как эту любовь-то почувствовать? Как ее опять себе восстановить? Опять-таки, в православии, да все прекрасно это знают. Да опять душу свою вычистить, вот эту засоренную, грязную, когда там все уже заросло. И пустить туда божественную любовь. Исповедь, причастие, покаяние. Все начинается с покаяния. Когда я ушел не туда, Господи, прости меня, прости. Пойти покаяться, соскоблить всю эту грязь, чтобы душа опять засияла, опять сердце обрадовалось. И опять тогда приходит любовь, и тогда уже можно давать то, что имеешь сам. А иначе-то как? Если там все утрамбовано и забито уже этой грязью. И еще такой момент вам хочу сказать. Митрополит Антоний Сурожский, у него есть замечательная статья о любви. Она так и называется, о любви. Вот если вы, сейчас он часто печатается, вы можете найти и почитать. У него есть замечательные совершенно слова о любви. Это пишет монах. Это пишет монах. Но пишет тот монах, который знает, что такое божественная любовь. Который работает над своей душой, понимаете? Который может почувствовать ее. Не в суете, не в беготне. Так вот, он сказал такие слова. Я просто вам перескажу. Насколько я помню, сам смысл. Вот он говорит о том, что когда мы смотрим на другого человека не безразлично, а чистой любовью, с чистой любовью, тогда общение с этим человеком начинается на совершенно другом уровне, более глубокое, без слов и без эмоций. Верующий человек в этом случае бы сказал, что мы в этом случае видим в другом человеке икону или образ Божий. Но мы очень часто забываем, что другой человек – это образ Божий, это святыня, и к нему надо относиться трепетно. Еще там дальше написано такое. Если мы посмотрим на картину великого художника, она может быть прекрасна, но из-за неправильного хранения она может быть повреждена. И тем не менее, мы смотрим на нее, и мы видим, как она прекрасна. И бывает, что человек всю жизнь отдает тому, чтобы эту картину восстановить. И дальше он говорит о том, что если мы смотрим на другого человека глазами изумленной любви, не безразличия, тогда мы можем видеть в этом человеке то прекрасное, что в нем есть, и страдать от того несовершенства, которое в нем есть. И митрополит Сурожский, митрополит Антоний Сурожский, он так и сказал: любовь – это и есть предельное напряжение, предельная боль от того, что этот человек так несовершенен, и ликование от того, что он так неповторимо прекрасен. Вот это вот соединение, когда и боль, и радость, когда прекрасно понимает, что несовершенен, но от этого не хлопает дверью и не уходит, а совершенно по-другому себя ведет. Когда порой всю жизнь можно потратить на то, чтобы эту картину изуродованную восстановить. Так вот, какой критерий любви, настоящей любви? Оказалось, очень просто все. Критерием настоящей любви является жертвенность. Жертвенность. То, насколько мы можем пожертвовать собой, своим комфортом, своим самолюбием, своим временем, здоровьем ради другого человека. Ради другого человека. Так что просто подумайте сами. И вот когда выступал здесь, вот в этом зале, в феврале здесь была международная конференция по проблемам семьи, и выступал
митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. И он тогда в своем выступлении, он сказал о том, что когда он разговаривал с молодыми людьми, и когда им задавал вопрос, они собирались заключать брак, и он задавал им вопрос, а чем вы готовы пожертвовать в отношении своей второй половины? Молодые люди сначала удивлялись, а какой жертве можно говорить? Мы же любим друг друга, мы молодые, мы здоровые, да, какая тут жертва? И он объяснял, но ведь любовь это всегда предполагает, настоящая любовь, предполагает самопожертвование, если это любовь, если это не потребительство, если это не эгоизм под всякими масками. Так вот, любовь предполагает самопожертвование, а насколько это есть у вас. Но все психологи, все приходят к убеждению, что одно из условий, чтобы брак был счастливым, это согласие родителей на брак. Это благословение, если верующая семья, благословение. Потому что согласие – это не благословение, тут как бы равенство нельзя поставить. Это благословение родителей на брак. Если не верующий, согласие на брак. Почему? В свое время психологи нам объясняли так. Дело в том, что родители, они прекрасно знают вас от рождения. Это человек, который хочет заключить с вами брачный, создать семью, он вас еще недостаточно хорошо знает. Родители знают вас во всех состояниях, во всех возрастах. Они знают вас. Кроме того, они знают, что такое семейная жизнь. Ее радости и горести. Они смотрят, насколько этот человек сможет с вами прожить всю жизнь. С вами. Насколько вы вместе сможете создать хорошую семью. Это все очень серьезно. Это все очень серьезно. К родительскому мнению надо относиться очень серьезно. Верующий вы человек или неверующий, все равно рано или поздно, но вы убедитесь в том, что то, что написано в Евангелии, это абсолютная истина. Абсолютная истина. Вот. Вам просто хочу сказать, что, конечно, если родители благословили на брак, это и психологи считают одним из факторов, которые благоприятно влияют на будущую семью. Родителям. Что родителям делать? Что теперь дожидаться, пока их дети вот пустились во все тяжкие? Или когда дети пока еще не готовы слушать родителей, потому что вот сами виноваты, тоже виноваты. Ну вот если так произошло, что вот сейчас опомнились, а молодежь вот сыновей дочерей сейчас несет, ну что делать? Молиться. Молиться. Материнская молитва с дна моря достанет. Отцовская молитва тоже с дна моря достанет. Молиться. Просить себе вразумление. Каяться в том, что так воспитал своего ребенка, что он абсолютно не прикрыт. Он вышел во взрослую жизнь, где его бьет, а во все острые углы. Сами виноваты. Сами подставили ребенка. Каяться время пришло. Потому что видите, как сейчас он страдает. Молиться за него. Просить за него, чтобы теперь Господь, Богородица, прикрыли своей благодатью. Просить, чтобы вразумил их. Чтобы они сами пришли к Богу, сами опомнились и сами дошли до состояния покаяния. Чтобы пустили Бога в свою жизнь, понимаете? Не отбрасывались от Него, не отбрыкивались, не кричали, что я сам знаю, как мне жить. А чтобы дошли до того состояния, что «Господи, прости меня грешного». И тогда, как помните, притча о блудном сыне. Блудный сын опомнился, покаялся. Он только пошел к отцу, только пошел. Еще с таким покаянием, что «Господи, я недостоин». «Отче, я недостоин». А отец уже выбежал навстречу. Выбежал навстречу. И нам точно так же, у каждого. Нам надо только начать, только сделать шаг к покаянию. Начать с этого. И тогда увидите, что помощь пойдет. Только покаяние должно быть искренним. Чего вам всячески и желаю.
что делать, когда наши родители заставляют нас расписаться, и они против того, что мы живем нерасписанные и постоянно вмешиваются в наши отношения. Что делать, когда родители заставляют нас расписаться, и они против того, что мы живем нерасписанные и постоянно вмешиваются в наши отношения? Ну, я об этом и говорила. Что сделать? Послушать родителей и расписаться. Потому что, ну зачем же врать друг другу? Зачем же жить греховно? Это же блуд. Это же предательство в отношении друг друга. Это нечестно, это нечисто. Понимаете? Это жить, как бы вы ни старались. Понимаете вы это или не понимаете? Но это ложиться в грязную постель. Это садиться за грязный стол. Это принимать грязные поцелуи. Это все грязное, понимаете? Это предательство, это нечестно все. Родители, они знают, о чем они говорят, потому что отношения в браке, когда расписанные, они совершенно другие. И не просто расписаться, а венчаться, прийти к Богу и венчаться. А венчание – это очень серьезно. Это когда дается благодать на то, чтобы эта семья сохранилась, и на воспитание детей, на то, чтобы все вместе, семьей вышли к Богу. Как вот те лучики, которые приближаются к первопричине, и объединяются. Дайте возможность, чтобы в вашей семье было тепло, не истерично. А постоянно вмешиваются, они хотят вам добра. Но, дорогие родители, потому что здесь вот сидят уже и взрослые люди, я просто для вас хочу сказать. Почему бывает, что молодые люди, вроде им хочется вот добра, а почему они всячески не слушаются, почему они эту помощь отталкивают? Ведь очень многое зависит от того, как вы будете эту помощь им оказывать. Ведь некоторые родители буквально набрасываются своей помощью, хватают молодых за грудки, начинают их трясти, да слушай ты меня, и молодежь начинает от них отбиваться, ну тут отпусти меня. Вот буквально вытрясают, истерично. Но вам бы понравилось, если бы кто-то вас вот так вот цепился и стал трясти с истерикой? Конечно, нет. Очень много с какой внутренней установкой вы к ним идете. С внутренней установкой. Если это позиция властительницы, обычно вмешиваются не отцы, обычно вмешиваются мамы. И не просто те мамы, а мамы, которые властны, где не глава семьи муж, а где глава жены, глава семьи якобы жена, которая страдает, плачет, мучается и начинает еще как бы это свое страдание выплескивать на других в этой семье. Так вот, женщины, для вас, кто сделал такую ошибку, кто встал во главу семьи и постарался мужа или не сделал ничего для того, чтобы муж стал главой семьи, а сама заняла не то место, которое она должна занимать в семье. Главой семьи должен быть муж. Жена, она помощница ему. Помощница. Выходит, обратите внимание, за муж. За муж. Не над мужем встать. И не перед ним встать, и не главой его стать, а замуж выходит за его спину. Он глава семьи, он защитник и опора. Она помощница ему. Вот если вы в свое время это не поняли и не захотели ему помочь, если вы поторопились, если вы ему не помогли, а сами заняли то, что вы не должны занимать. Я для вас повторю, одного священника спросили, ну что делать, если муж не хочет стать главой семьи? Может быть, не самой стать, может быть, самой взять власть в свои руки? И он ей отвечает, самой власть не брать. Самой власть не брать ни в каком случае. Мужу помогать окрепнуть, он должен стать главой семьи. Так вот, обычно в семье молодых активно
свою помощь стараются оказать именно мамы. Вот те мамы, которые привыкли руководить своим мужем, детьми, и тут видят, что они делают ошибки. Конечно, очень больно, когда собственные дети, они делают ошибки. А когда сам уже знаешь, что здесь это ошибка, и так хочется, чтобы он не страдал, чтобы побыстрее вот эти страдания закончились. В этом случае женщина по своей привычке набрасывается со своей помощью. Как оценивают это психологи? А психологи говорят так. Чужая душа – это настолько такое, понимаете, такое хрупкое явление. Туда вламываться нельзя. Вламываться туда нельзя. Это называется психологическая агрессия. Если вам пока вопрос не задают, а вы туда ломитесь, это называется психологическая агрессия. И в этом случае другой, в которого вламывается, он ставит защиту. Нельзя, мне больно. Это если агрессия. Но то же самое, тот же самый совет можно дать не на уровне агрессии, не на уровне упреков, унижения, а совершенно по-другому, тем же самым людям. Если это будет с добром, если это будет с участием добрым, тогда другие люди, дети их, когда они это почувствуют, что здесь действительно добро, не истерика, они это слушают. Слушают. То есть я просто хочу для вас сказать, для взрослых, для родителей. Если не слушают, воспитали неправильно. Дети должны слушать своих родителей. В чем-то и вы виноваты, естественно. Детей я не оправдываю. Детей я не оправдываю. Я повторяю, дети должны слушать родителей. Но для вас хочу объяснить эту логику. Может быть, вы слишком жестко говорите. Может быть, вы набрасываетесь слишком на них. Может быть, в том, как вы говорите, есть вот то самое унижение. Не унижение, понимаете, а подщечины. Подумайте, подумайте. Потому что одну и ту же фразу можно сказать совершенно по-разному. Те же самые слова можно сказать, что человек заплачет. И те же самые слова сказать с другими интонациями, в другой ситуации, бережно. Сказать так, что человек поблагодарит. Обратите внимание, тут еще зависит, это я родителям говорю, а этим вот тем людям, кто прислал эту записку, хочу сказать, что слушайтесь родители, они говорят правильно. Что делать, если сноха не называет нас мамой и папой? Они живут 4 месяца венчанные. Вы знаете, ведь мама и папа, мама – это для любого нормального человека, и папа – это настолько такие дорогие понятия, настолько светлые, понимаете, настолько дорогие люди в жизни, что другого человека назвать мамой и папой не каждый готов. Дело в том, что, может быть, вот эта вот сноха, она воспитывалась в такой семье, здесь могут быть разные варианты. Либо у нее мама с папой, какие-то полюсы есть, здесь какая-то боль есть у этой снохи. Либо там настолько такие трепетные отношения с мамой и папой, что никто сравниться с ними не может, но она неправильно воспитана, она не права. Либо там такая была боль у нее в семье в отношении мамы и папы, о которой вы пока не знаете, что она уже боится другого человека так же близко к себе подпустить, как когда-то маму и папу. То есть не торопитесь сейчас набрасываться, Господи, не торопитесь сейчас набрасываться на нее с какими-то обидами, на эту сноху. Не торопитесь ей что-то выговаривать. Просто постарайтесь стать для нее вот той самой мамой и папа, чтобы стал тем самым папой. Просто подождите. Самое главное, не делайте друг другу больно. Вы старше их, вы должны быть сильнее и мудрее. Сильнее и мудрее. Что трудно дается, то больше ценится.
здесь какая-то боль, здесь что-то скрыто, она может маскироваться, она может... Это знаете, вот как у подростков. Как у подростков. Они могут, в подростковом возрасте они очень уверены, они могут вести себя предельно нахально, могут раскинуться на спинку стула, откинуться нога на ногу и рукой помахивать, а смотришь, а пальцы дрожат от страха. Или глаза такие стеклянные, что вот-вот сейчас заплачет. Вот это бывает маскировка того, что совершенно человек внешне может изображать одно, а внутри чувствовать совершенно другое. То есть, попросту говоря, подождите, подождите, не торопитесь, не торопитесь. Можно через какое-то время, не один на один, ни в коем случае, не в присутствии других людей, кого бы то ни было, только один на один, и очень по-доброму спросить у нее, почему, только чтобы не было упрека, только чтобы не было обиды, а почему ты меня не ценишь, а почему тебе так трудно, то есть, чтобы вот этого не было. И, может быть, вы узнаете такое, что вы совершенно не ожидаете. И порадуйтесь тому, что как хорошо, что вы ее не ударили, потому что там совершенно другое. Но только заранее помолитесь, обязательно. Все такие серьезные разговоры начинаются с того, что нужно помолиться. Помолиться и попросить, что, Господи, и мне дай слова, и благодать. Вот, чтобы через благодать это все было сделано. Не по человеческим амбициям. Как подготовиться к венчанию? Венчание готовится всю жизнь. Готовится через православный образ жизни. То есть, понимаете, венчание – это совершенно удивительное явление. Это такое таинство. Совершенно удивительное. Сейчас много брошюр о венчании. Вы можете почитать. Я просто хочу вам сказать, что о сути этого венчания. Венчание – это такое таинство, когда двое объединяются из двух совершенно посторонних людей, которые жили в разных семьях, И вот они пришли, они стоят в храме, и они обещают Богу вместе быть в вечности, и в радости, и в горести. А в этом таинстве, через все, что происходит в этом таинстве, дается благодать на то, чтобы они смогли вынести все в этой жизни, в семейной жизни. Потому что венчание, может быть, кто-то из вас не знает, а когда прочитала, я очень удивилась. Венцы, когда возлагаются во время этого таинства, смысл этих венцов, один из смыслов – это то, что они сохранили друг друга, они сохранили себя в чистоте. В чистоте, не в блуде, а в чистоте. В чистоте пришли, чтобы стать единым целым. А второй смысл венцов – это венцы мученичества. Семья – это всегда тяжело. В православии раньше, в Руси, на Руси, к этому готовили. Всегда говорили, что семейная жизнь – всегда предполагает труд. В каждой семье есть свой крест. В каждой семье есть свой крест. Но свои трудности. Когда создаются семьи, как правило, все равно создают те люди, которые привыкли быть детьми своих родителей. Они еще не знают, что значит быть мужем и женой, матерью и отцом. У них это нет еще в опыте. Они привыкли, особенно сейчас у нас, быть маленькими, которыми «давай, давай, давай, я так привык, я маленький, а вы давайте меня на руках носите». А тут надо стать взрослым, а тут надо стать мужем и женой. Мужу надо стать главой, а жене – помощницей. Она привыкла быть ребенком. Здесь все очень сложно. Ну так вот, здесь два эгоизма друг к другу притираются. Это всегда очень тяжело. Очень тяжело и очень трудно. Но возможно, что такая семья будет счастливой. Возможно. Как? Да в православии все об этом расписано и рассказано. Упал, встань, как при поклоне. Упал, встань.
исповедь, покаяние, причастие. Вычистил свою душу. И дальше опять по заповедям. И пошел, и пошли дальше. И так постепенно, постепенно духовно взрослеть. Так вот, венчание – это удивительно совершенно, удивительно. И, кстати, хочу сказать, что это такое таинство, когда вот кто венчался, они просто это чувствовали. Такое чувство, что как будто небо открывается, небо и земля становятся единым. Это не передать, это просто душа чувствует и радуется. Но здесь я хочу обратить ваше внимание. К венчанию нельзя относиться как к талисману, как к амулету какому-то. А вот венчаюсь, и дальше все будет нормально. Это не так. Это таинство. Вам дана сила, вам дана благодать. Но это не означает, что вы теперь не должны работать над собой и не жить по заповедям. Вот та благодать, которая вам дается, она остается. Но вы-то сами тоже должны это тепло поддерживать. То есть жить по-православному. Как готовиться к венчанию? Жить по-православному, подойти в храм, узнать, когда это будет. И венчаться. Венчаться надо в любом возрасте. Только вы собираетесь расписаться обязательно. Или вы вместе уже прожили всю жизнь. Обязательно венчаться. Потому что венчание, оно прикрывает благодатью всю семью, и вас, и ваших детей. И ваших детей оно прикрывает, понимаете? Брак должен быть венчанным. Но это еще ваш долг перед вашими детьми, если вы взрослые. Сколько людей приходят взрослых и говорят, мои дети так мучаются, у них столько такое. Ну а вы-то сами их благодатью прикрыли своего брака-то венчанного. То есть это просто, это очень серьезно все. А еще обязательно подойдите к своему священнику, к которому вы ходите, и детали уточните. Дети женатые не называют родителей мама и папа. Это что значит? Дети женаты не называют родителей мама и папа. Что это значит? Да что такое? Почему второй раз этот вопрос задается? Я просто еще специально подумаю отдельно, почему такое происходит, почему за один раз два вопроса мама и папа, почему не называют. Может быть, еще одна из причин, которая мне кажется, она сейчас очень распространенная, это то, что вот это вот неправильное воспитание, когда с детства воспитывают в таких понебратских отношениях, когда все равны, хоть дети, хоть взрослые, все равны, кто глава семьи, да ребенок. Ребенок, вокруг него все строится. Или мама, но не папа. И тогда такому ребенку потом очень трудно. Ведь действительно, я говорю, мама и папа это очень трепетные, это настолько святое. Почему не называют? Ну, все-таки неправильно воспитан. Что делать? Потихонечку перевоспитывать и отогревать. Что делать, если один родитель благословляет брак, а другой нет? Ну, такого я еще не слышала. Ничего себе. Один благословляет, а другой не благословляет. Какие сейчас варианты только не бывают семейные. Всегда же взрослые, понимаете, взрослые, это уже когда столько лет вместе прожили, они становятся настолько близки друг к другу. Вы замечаете, в некоторых семьях даже муж и жена похожи уже как брат с сестрой. Они уже и улыбаются одинаково, они уже разговаривают одинаково, понимаете? Они уже, ну все. Какое тут уж в отношении своего родного ребенка такое разногласие по такому серьезному вопросу? Что делать? Знаете, я бы все-таки, наверное, в этом случае я бы посоветовала еще. Благословение все равно одного родителя есть. Если вы верующий человек, вы наверняка ходите, исповедуетесь и причащаетесь. Возьмите еще благословение своего духовного отца. Обязательно. Перед венчанием полагается исповедоваться очень хорошо, причаститься. Возьмите еще благословение. Наверное, так. Скажите, пожалуйста, если девушка в своей жизни уже успела сделать ошибки, но их уже осознала, как можно исправить эти ошибки? И можно ли их вообще исправить? И чтобы это прошлое не тяготило душу. В православии есть удивительное таинство – покаяние.
удивительное совершенно таинство. Вот когда это искренне, искренне, тогда сердце обязательно почувствует. Вот иногда люди говорят, неверующие говорят, ой, что-то плакать хочется, что-то вот на душе вот такая вот, вот тяжесть какая-то, вот не могу понять, вот что-то вот плохо, вот чувствую, что вот что-то плохо произойдет. Да душа мучается, душа плачет. Если человек не воцерковлен, если он неверующий, он, ну что, пойдет повеселиться, а душа все равно плачет. Ну что, вон по телевизору показывается, напиться надо. Ну вот, а душа все равно плачет. Ну все равно, понимаете, все вот эти вот внешние вещи, они душу не облегчают. Если девушка сделала ошибки, если уже это произошло, если она опомнилась, если это искренне произошло, Бог есть абсолютная любовь. Те из людей, ну вот я читала, вот Силуан Афонский, святой, он настолько уже вот душу вычистил, что он видел Спасителя в явь. Это не прелесть. Тут я просто, чтобы, не дай Бог, кто-то из вас всматривался сейчас Спасителя в явь увидеть. Но вот он, когда увидел, он после этого, у него душа всю жизнь тосковала, и Силуан Афонский говорил, монах, он говорил о том, что такая любовь была в глазах у Спасителя, что после этого душа плачет и томится, потому что у людей только отголоски, только тени той самой божественной любви, только тени, потому что это такая любовь абсолютная, абсолютная, которая прощает и которая восстанавливает. Поэтому это возможно. Просто покаяние. Нужно искреннее покаяние. А покаяние, оно предполагает, помимо того, что сходить в храм, исповедоваться, чтобы вас накрыли Петрохилью. Обязательно, что все как полагается. Но покаяние, оно еще предполагает исправление своей жизни. Исправление. Это очень важно. Это все одно с другим связано. То есть не только покаяться, и дальше стал жить по-прежнему. Ни в коем случае. Как чувство благодарности проявлять в отношении к мужу? Мы мало общаемся. Да вы знаете, мне даже как-то вот странно этот вопрос, для меня он даже, честно сказать, не вполне понятен. Ведь если есть чувство благодарности к другому человеку, то даже порой слова не нужны. Ведь мы можем общаться взглядом, можем общаться жестом, мы можем общаться просто на уровне того, даже как накрыть стол, брезгливо, так что типа вот да отвяжись ты, или с такой любовью, понимаете? Вот эта вот благодарность, она чувствуется во всем, во взгляде, в интонации, во всех отношениях абсолютно. Если эта благодарность есть, другой человек всегда своим сердцем это почувствует. Здесь говорить ничего не надо. Это или есть, или нет. И если муж не чувствует, значит, все-таки нет вас в этой, настолько этой благодарности. Значит, нет. Потому что в достаточной мере. В достаточной мере. Потому что сердце сердцу весть подает. Мы сердцем другого, друг друга чувствуем, понимаете? Его не обманешь, говорят, сердце не обманешь. Это надо поговорить еще с вашим духовным отцом, потому что, чтобы он вам некоторые вещи объяснил. Мне так вот трудно, не зная человека, что-то еще больше сказать. Моей подруге 18 лет, уже почти год встречается с молодым человеком. Они собираются вступать в половые отношения. Я никак не могу убедить подругу не делать этого. Знаете, если человеку главный авторитет – это он сам, ни Бог, ни мать, ни отец, подругу уже не слушают. Подругу уже не слушают. Это означает, что уже понесло человек. А дальше происходит такая ситуация, что существуют незыблемые духовные законы. Они незыблемые. В этих духовных законах исключений из правил нет. Если человек настроился вступить в блуд, рано или поздно он вступает. Но наступает такое время, когда он начинает тосковать и плакать.
о том, а где же она, настоящая любовь, а где же оно счастье? Где оно счастье? Все равно рано или поздно такой человек поймет, что он пошел не туда и искал счастье не там. Еще раз повторяю, настоящая семья, теплая семья, это не сексуальное отношение. Это не сексуальное отношение. Это не одно и то же. Здесь равенство не поставишь. Они входят, но это не одно и то же. Семья – это гораздо больше и гораздо шире. Как ей объяснить? Я боюсь, что... Ну, постарайтесь объяснить. Или если есть возможность, я прошу, скажите, что я ее приглашаю к себе в монастырь. Я хочу с ней поговорить лично. В Среднеуральский женский монастырь. Спросите монахиню Нину, я постараюсь с ней поговорить, может быть. А вы пока молитесь. Если можно, подойдите ко мне, назовите ее имя. Или позвоните по телефону к нам в канцелярии, скажите, вот вы, насчет этой записки, скажите имя ее. И чтобы лично она пришла. Я просто имя нужно для того, что я тоже тогда за нее помолюсь, чтобы у нас получилось. Моя младшая, ну как смогу, чтобы не на себя рассчитывать. Моя младшая сестра стала встречаться с женатым, который женой не живет, но не разведен. Убеждает, что они только дружат и общаются. У нее противостояние двух мнений. С одной стороны, она знает, что это плохо. С другой стороны, влияние общества. Все в жизни бывает. Как вразумить? Помочь ей в принятии правильного решения. Ой, да боюсь, что здесь тот же самый случай, когда уже готовность боевая уйти в эти отношения и в эти сексуальные отношения, и вокруг там трава не расти, будь что будет. Но для вас я просто хочу объяснить, может быть, ей проговорить эту ситуацию, логику этих отношений, потому что сколько раз у меня было такое, когда прибегали девочки, студентки, плакали и говорили, что делать. Вот та же самая ситуация, что начинали жить с женатым мужчиной, и все говорили одно и то же. Вот знаете, удивительно, лица меняются, а как одну и ту же историю рассказывают. Одно и то же. Сценарий такой. Начинают жить с женатым мужчиной и обязательно говорит: нет, он хороший, он очень хороший, он очень добрый, он очень честный. Он сразу сказал: ты знаешь, я жену не люблю, у нас отношения не сложились, но дети... Я живу с ней, я терплю ее ради детей. Я семью никогда не брошу, но ради детей. А ты для меня – это вот та самая отдушина, вот та самая. И дальше эта девочка попадается, и начинают они с ним жить. Начинается с того, что сначала они радуются, а потом начинается – надо скрываться. А потом эта девочка настолько в него влюбляется, что она уже страдает. Настолько сильно страдает без него. А потом она начинает страдать из-за того, что почему она не может счастливо быть с ним в браке. Почему у нее не может быть детей от него. А если родить детей, то это получается муж на две семьи. И сама того не понимает, что когда она забирается в постель, она забирается в постель чужой семьи. Она ложится третьей в их постель. Третьей. Это грязно, это мерзко. И она сама идет на эти отношения. Сама. А дальше наступает такой момент, когда она начинает уже какие-то претензии предъявлять и говорит: ну почему ты не можешь с ней развестись и жить со мной? А он говорит: ну послушай, я же тебе объяснил, у нас же дети. И она тогда прибегает и говорит: что мне делать? Я жить не хочу. Я жить без него не хочу. А он хороший. Он сразу все так сказал. Ну, он-то хороший, но ты-то зачем влезла в чужую семью? Что делать? Однозначно. Уходить из жизни другой семьи. Она говорит: а я не могу. Тогда отползай. Ползком, по сантиметру. И в храм. И молиться, и каяться, и просить. И просить, чтобы были даны силы больше в чужую семью не влазить. Третью в постель, понимаете? Не забираться.
На чужом несчастье своего счастья не построишь. Должен ли внешне нравиться жених невесте? Ну, знаете, вот особенность ранних браков какая? Особенность ранних браков – это то, что ранние браки – это когда невесте где-то, в общем, когда молодым до 20 лет. Хотя сейчас бывает с такой задержкой в развитии духовной и психологической, там и гораздо старше. Дело в том, что особенность ранних браков такая, что молодые люди очень ориентированы, начиная с подросткового возраста, очень четко прослеживается, очень ориентированы на внешность. И совсем не ориентированы на те качества, которые в семейной жизни нужны. Порядочность, взаимопомощь, честность, ответственность и так далее, и так далее. То есть до этого как-то об этом мысли даже нет. Главное, как с картинки. Потом что происходит? А потом, когда начинают жить семейной жизнью, оказывается, вспоминают о том, что, а знаете, оказывается, раньше была поговорка: красивый муж – чужой муж, а красивая жена – чужая жена. Оказывается, та глазки строит, оказывается, и эта глазки строит, и, оказывается, начинает ревновать. А почему? Да установки другие. Да для семейной жизни внешность – это дело сотое. Семейная жизнь – это совершенно другие отношения. Совершенно другие отношения. Так вот, когда психологи изучали вот эти вот молодые браки, которые ориентированы на внешность, когда говорят, что, задавали вопрос, что вам больше всего нравится в своем муже или жене? И начинается с восклицательным знаком «красивая» или «красивый», потом «добрый», там «добрая» и так далее. Но сначала вот эта вот внешность. Что происходит с такими браками? А происходит то, что 25-28 лет – пик разводов именно вот таких вот браков. Это кто до этого возраста живет, до 25-28. А сейчас, через год, через два, начинает разваливаться. В общем, должен ли внешне нравиться жених невесте? Он может нравиться, но самое главное, чтобы вы жили душа в душу, понимаете? Душа в душу. Душа в душу, потому что муж может быть очень красивый, но очень непорядочный. И муж может быть совершенно некрасивый, но такой, что другого не надо ни за что, потому что он лучший. Потому что это ваша вторая половина, которой вот, ну, другого нет, даже не представишь. Не обращайте внимания, это вопрос детский. У нас в городе работают люди с учениями о кармах, заседают в сельхозакадемии по ночам, речи о свободе. Знаете, я просто очень вам советую. Вот все эти кармические связи, там эти перевоплощения, всю вот эту вот черноту, но только вы сами под нее не подставляетесь, потому что это настолько такие тяжелые вещи, это из того же самого разряда, что экстрасенсы. Вот из того же самого разряда. Это несчастные люди совершенно. Что делать? Ну... чтобы с ними бороться, чтобы кого-то из них, кому-то им открывать глаза, что они живут неправильно, все-таки здесь на это нужна особая благодать. Я так думаю, вот мое такое мнение. Вы сами туда не залазьте, и детей своих не пускайте, и близким своим просто, чтобы они туда не попались. А так, что можете? Сами помолитесь на то, чтобы Господь их вразумил. Того же самого рода, что экстрасенсы. Как квалифицировать поступок и такой брак? Фактические ситуации. Православная женщина, поющая на клиросе, под давлением. Был общий бизнес, который она прибрала в свои руки, а потом поставила ультиматум. Или ты женишься, или ты нищий. Он верующий, выбрал брак. Господи помилуй, он верующий и выбрал себе такую жену.
чтобы не быть нищим. А верующий ли он? Верующий ли он? Обвенчались. Так как деньги бизнеса он в основном тратил на храмы и монастыри. Ничего себе ситуация. Но в данном случае он купил жену. Он купил жену. То есть, точнее, жена его купила. Жена его купила, а теперь он купленный, тратит деньги. Он как бы сам оправдывает себя, что он на добро эти деньги купил. Но он купленный. Он оплаченный по счету. Как он говорит, что продался, совершенно верно. Не имея с ней близких отношений, она ему неприятна. Ну а где? Ну, это очевидно. Так как имеет чувство к другой женщине. Понял, ну, закономерно, понял, что продался, но не знает, что теперь делать, так как обвенчался. Мучаются все, само собой. Такой брак Бог осветил благодатью. Знаете, вот есть такая поговорка русская народная. Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Ну что на Бога сваливать-то, если сам в такую вляпался, сам продался, сам подставил и предал свою половину, которую, суженую, которая от Бога дана была, и которая позже пришла. Сам наворотил всюду, всюду наворотил, а теперь вот еще претензии. Бог венчал такой брак или не венчал, осветил благодать или не осветил. Знаете, я просто советую, вот этот с этим, что полагалось при таинстве венчания, то было сделано. Но это не освобождает его от ответственности. И это просто, ну, это такой человек, которому надо очень серьезно над собой подумать. Очень серьезно подумать. Здесь, знаете, вот эти вот вопросы, которые нужно задавать духовнику. Я просто могу сказать, что у этого человека очень серьезные проблемы, и я просто... Я говорю, у меня сначала было такое ощущение, верующий ли он, потому что мужчина, верующий мужчина, с самого начала он бы на это не пошел. Знаете, я просто советую в этом случае ему подойти к своему духовному отцу. Если он верующий человек, он обязательно должен подойти к духовному отцу, потому что здесь уже так он все запутал, настолько все, что можно, он уже сделал, чтобы себе навредить и другим людям навредить, чтобы действительно измучить себя и всех. Здесь надо разговаривать с духовным отцом, потому что ему надо очень серьезные вещи менять в себе, а иначе он вокруг него так и будет вот эта вот скорбь разрастаться. Внешность имеет значение, человек должен нравиться внешне, чтобы вступить в брак. Это ответ. Знаете, когда любишь другого человека, когда смотришь на другого человека глазами изумленной любви, тогда что другому человеку не нравится, у этого человека может вызывать самые нежные чувства. Самый нежный. Этот человек может сначала стесняться, он говорит, да ну что ты, да не может быть. А другой человек, любящий, он просто тает от того, что он именно такой, неповторимый. И что другим кажется недостатком, а для этого человека это вызывает самую большую нежность. Вот я, знаете, я вспоминаю сейчас такую фразу, когда ситуация, она очень близкая, когда одна моя подруга, она выходила замуж, а папе так не понравился жених с самого начала. Она была папина дочка. И вот папа стал убеждать дочку. Ну, дочка, ну что ты в нем нашла? Ну ведь он такой, ну что ты в нем нашла? И что ты говоришь, у него даже никакого недостатка нет? Это подруга рассказывала. А подруга Виола, она армянка, с таким очень хорошим чувством юмора. Очень хорошая. Вот, и она говорит... Папа, у него есть один недостаток. И папа такой обрадованный. Какой? Она ему говорит, папа, у него нет лысины, как у тебя. Понимаете? Ну, как тут объяснить? Ну, дай Бог, чтобы вы почувствовали, что такое настоящая любовь.